Привет всем на канале Бестудио. Сегодня у нас рецепт помазки с творога. Рецепт возник случайно. Дети у меня не едят творог просто так. Пришлось придумать интерпретацию этому всему. Но в результате зашло. Значит, берем 400-500 грамм творога, пару ложек сметаны. Сметана может быть одна ложка, в зависимости от того, какой творог. Сухой или не очень. Только чеснока, опять-таки чеснок на любителя можно больше добавить. И штучек 7-8 зелени, петрушки, укропа. Все это мелко нарезается, складывается в посудину. Мелко режем, складываем в одну посудину. Вот. Пару ложек соли, в принципе, тоже соль по вкусу. Чесночок даем. И блендером все тщательно перемешиваем до того состояния, пока это не станет одна цельная масса. Такая она зеленая получается. Можно с гренками. Детям я делаю с лавашом и с сыром. Очень-очень вкусно. На закусь так вообще. Ням-ням-ням. Приятного вам аппетита.